Мы находимся на одной из самых высоких точек города. Шикарный вид на Анапу с высоты птичьего полета не оставляет равнодушным никого. Мало кто знает, но здесь, на Лысой горе, установлен памятник человеку, который первым покорил небо над курортом. Борис Ямушев – военный летчик. Закончил Барнаульское высшее военное авиационное училище. Много летал, освоил 3 типа самолетов. Профессиональный парашютист. Небо он любил больше всего на свете. Для него небо и было жизнью. Когда ушел на пенсию, заскучал и нашел для себя новое увлечение – парапланеризм. Его друг с теплотой вспоминает первое знакомство с Борисом. Они подружились и стали хорошими друзьями на всю жизнь. Я лично увидел того человека в небе, увидел, куда он сел, пришел к нему, познакомился, он меня тоже поднял в небо, мы вдвоем с ним полетели. Но с этого момента уже прошло 15 лет, вот 15 лет я очень с теплом вспоминаю этого человека, мне как друга его не хватает. Борис Ямушев известен в Анапе тем, что научил летать на параплане тысячи людей. Именно Ямушев открыл в городе такой необычный вид спорта, как парапланеризм. Летать на параплане научился сам, а уж скольким помог, подсказал. Его увлечение продолжает жить в других людях. Поэтому пристрастие Бориса не стало потухшим. Его жажда и любовь к полетам передались сотням других людей. Человеком был очень таким добрым, отзывчивым, который никогда не отказал бы, если нужна кому-то помощь. Свой последний полет Борис Ямушев начал в Ореховой роще. Во время занятий на площадке с новым учеником ему стало плохо. Борис погиб в 2008 году. Как выяснилось, потом это был инфаркт, после которого он не оправился. Приехала реанимация, не смогли откачать. Похоронен в Луганске, но чтобы оставить хоть какую-то память первому парапланеристу, друзья установили ему мраморную плиту. Друзья, родственники и просто ученики помнят о нем и приходят сюда, чтобы положить цветы.